Всем привет, ребята, меня зовут Руслан, это моя собака Лёля. Лёля, подожди, пожалуйста. И сегодня мы в большой покупке зоомагазина для моих животных. Лёля, радостная такая. Вот, давайте мы уже начнем покупки тут из интернет-зоомагазина. Так, первое у нас это от фирмы Биоритм или от фирмы Веда. Ну, в общем, давайте от фирмы Веда, допустим. Это витамин для больших собак. Это функциональный витаминно-минеральный корм нового поколения. В общем, это такие витаминки. Давайте вот для собак крупных размеров. 48 таблеток на 24 дня. То есть утром и вечером по одной таблетке. Я буду давать Мишу. Смотрите, тут они вот таких вот. Все, кстати, я думала, будет по-другому. Они прям какие-то очень хорошие. Сейчас. Вот еще. Посмотрите, пока на Лёне. Пока я вытаскиваю. Господи. Вот, смотрите, тут такие вот таблетки. Это 13 витаминов, 11 минералов, гидролизат коллагена и L-карнитин. Вот. Для Мишки. Чтобы он кушал. Алёна, тебе нельзя, это слишком большая доза для тебя, прости. Может, я буду одну четвертинку давать. Но ты не ешь витаминки, так что ты не будешь кушать. Так, давайте мы перейдем дальше. Так, да, следующее, это фирма «Деревенские лакомства». Давненько я вообще не покупала эту фирму. Это грудки утиные для Лёли и для Миши, но больше будет для Лёли. Для Мишки для дрессировки нарежу. В общем, тут подарок какой-то в пакете, как мне говорили, то, что тут этот, магнитик. Сейчас давайте я открою и покажу вам, что там внутри нам попадется. С открытием вот этой пачки была очень большая проблема. Давай, сидеть. Да, подожди, Лёль, подожди. Так, вот такие вот палочки. Так, а ну, куда лезем? Не-не-не, сидеть. Ой, да блин, тут склеились они. Сейчас. Суслик. Лёля, подожди, не зарись от счастья. Как Лёля улыбается. Да не-не, как Лёля улыбается. Подыщ. Молодец, свалила шипаковку. Все, иди радуйся. Так, давайте я сейчас посмотрю, что там внутри. Внутри вот такой вот миленький очень магнитик. Написано Сиба. Это порода Сибаину. Ну, вот хатика, короче. Акитаину, Сибаину. Вот этот деревенский лакомство, кстати, мне очень понравился. Думала, там будет типа какой-то рекламный магнитик, а тут прям очень прикольненький такой. Прям красивый. Вот. Глядя на тебя, очень похоже. Да, вот было бы классно, если бы там был Нью-Йорк, ну, только разных. Вот было бы вообще прикольно. Я, кстати, приехала сейчас от подруги, и у нее собака была. И Лёля сейчас мою ногу обнюхивает. Так, давайте дальше. Следующее от фирмы Читбит. Это лаком кусочек. Это, в общем, легкое говяжье для Лёльки. Или баранье. Нет, говяжье. XXL вот такая упаковка. Для Лёли. Она обожает его. Как Лёля улыбается. Улыбнись. Молодец. Молодец. Хороший пёс мой. Вот. Так. Ну, вроде все сказала. Давайте дальше. Следующее, это вот такой вот батончик из воздушного риса и мяса ягнёнка. Кстати, я этого никогда не видела. Никогда, нигде. Такое там. Похоже, такое ощущение, прям как для этого. Больше не для собак, а для хомяка какого-то. Как-то там, блин, кого-то, какие-то зёрнышки. Вот, но я сейчас открывать не буду. Это, если Лёле не понравится, ну, я как бы, я вообще для Миши покупала, потому что Лёля такой не особо любит. Если она не будет, это я ей дам, конечно, попробовать. Если будет есть, буду половинку ей дам. Не будет есть, не буду давать. Это, потому что ты очень привередливый пёс у меня. Так, давайте дальше. Следующая от фирмы Zoonic. Вот такая вот игрушка. Кольцо для Миши. Я думала, оно будет немножко больше, побольше размером, но, в принципе, и такое вот сойдет. Это я просто буду, чтобы ему Миша кидать, и чтобы он мне просто приносил. Ему нормально будет по размеру. Просто там это был самый максимальный размер вот такого резинового кольца. Ну, ничего, сойдет. Если сгрызет, ну, сгрызет. Не жалко, потому что стоило оно совершенно недорого. Вот, давайте дальше. Еще от фирмы Happy Dog. Жевательные колбаски. Рёлхен. Это на немецком написано, просто я учу немецкий в школе. Вроде я тут как Рёлхен. Ну, я так читаю. В общем,
как я смотрела некоторые видео некоторых видеоблогеров, что эти колбаски плохие и быстро застывают. Ну, не знаю, мне наоборот нравится, что они застывают, потому что собаке подольше погрызть будет. Вот. Давайте сейчас открою, посмотрим, как они выглядят. Смотрите, я достала такую колбаску, она очень мягкая. И, кстати, если ее хранить в хороших условиях и закрывать, то она не будет так застывать. Да, Леська, хочешь? Давай, тебе дадим половинку сейчас, Миша, на тебе. Пойдем Мише дадим. На тебе. Тоже. На улице холодно, зима. Шучу. Нет, март. Конец марта. Апрель! Что на улице? Ладно. Обоим товарищам понравилось. И Лёле, и Мише. Ну, Мише всё нравится, а Лёле вот прям... Ну, я знала, что ей понравится, потому что она любит разные колбаски. Татусик мой. Так, давайте приступим дальше. Следующее это от фирмы Жорка. Это вот такой вот корм для хомяков, так как у моего уже закончился. Вот прям заказали, он пришел прям тогда, когда он закончился. Там вот буквально на один раз осталось ему. Вот такой вот корм. Тут 400 грамм. И все, тут новое качество написано, витамины, необходимые витамины, вот, для хомяка. Ну, состав я вам читать не буду. Вот, если захотите, поставьте на паузу, можете вот посмотреть. Давайте приступим дальше. Все, что я не заказала, купила в нашем зоомагазине. Это было вчера, я просто, вот у меня было там, сколько, 200 рублей. Я взяла вот решила, потому что такой фирмы я не видела. Фирма ВНП. Такая, тут такие вот колбаски. Я уже открыла, потому что нечего было дать. У меня все вкусняшки закончились. В общем, такие колбаски. Тут только вот сейчас какая-то разломанная какая-то была. В общем, такие... Нет, куда? Ага, сейчас я тебе дам. Не буду тебе давать. Тебе хватит, потом покушаешь. Такие твердые очень. Вот прям твердющие. Прям капец какие твердые. Вообще не разломать. Это Лёля и Миша. Они вдвоем кушают. Им нравится очень. Вот. А тебе хватит пока что. Давайте дальше. Следующее это 30 пеленок. Вот таких вот больших. Размер 60x40 для Лёли. У нас там буквально 5 штук осталось. Вот. И оно пришло как раз все отлично. Вот так вот. И по цене было 400 рублей. По-моему, 401 рубль. Это, по-моему, намного дешевле, чем покупать в наших магазинах. Хотя примерно, в принципе, одна и та же цена. Вроде как дешевле. Забыла сказать, от фирмы Napkins. Пеленки впитывающие. Так, и последнее, это у нас вот такой вот корм Гол. Мы его также упаковали, так как меня вчера дома не было. Ну, я уехала днем, точнее, почти утром, и посылка пришла, ну, родители забрали посылку чуть позже, и открыли корм уже. Но это ничего страшного. Вот, как бы, суть одна и та же осталась тут. В общем, тут я взяла сейчас другим вкусом, тут нарисован, типа... Бордера Колли, что ли? Тут как-то, я не знаю, не особо пойму. Вроде похоже на Бордера Колли. Вот. Ну ладно, это не имеет никакой сути. Это со вкусом курица. Кстати, теперь я нашла в магазине Бетховен у нас в нашем городе корм Go. Там причем подаются Go Now, Dark, ой, Dukes Farm, Akana, очень много разных кормов, и теперь мы будем покупать там, так как там сейчас пока что только 3 килограмма Go, но они сейчас будут заказывать и большую упаковку. Ну вот как раз, когда у нас закончится, мы уже купим, уже будем уже покупать в том зоомагазине, вот. И, кстати, очень грустная тема произошла, я сейчас вам просто... вот в Кемерово, многие, думаю, знают, произошел пожар в торговом центре, погибло очень много человек. В том числе очень много детей, они просто отдыхали, были в кино, на батутах развлекались, вот, и просто произошел пожар, и они там задохнулись от дыма. Мне очень жалко, ребята, это правда очень печальная история, вот, я соболезную всем людям, с которыми это, возможно, произошло, и вообще очень это печально и очень жалко. Ну, в общем, может, я сниму про это отдельное видео, но... А сейчас у нас немножко другое. И, в общем, ребята, если вам это видео понравилось, поставь палец вверх, подпишись на канал. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Если вам нравится Лёля и Миша, пиши в комментариях, что она вам нравится. Что Лёля и Миша вам нравится. И еще пиши идеи для видео, какие бы вы видео хотели бы видеть на моем канале. У меня есть еще несколько идей, но пока что я хочу еще узнать, что бы вы хотели увидеть на канале. А пока что всем пока!